Хоба. А сразу два, ребята. Два цурипопика. Слева и справа. Смотрите-ка. Один убежал, а второй маленький. Ну, в смысле, они оба маленькие, но этот, по-моему, еще детеныш. Ну, уже подросший такой, да. Солнце отсвечивает. И воробушки опять. Ну-ка, вот так. Нет, солнце. Я говорю, я пробовал окно мыть, но оно внутри запотело. Между двумя стеклами. Видимо, нарушилась герметичность. И что тут, ничего не сделаешь. Ну ладно, как есть, ребята. Надо же, двоих сразу поймал. Ну, один остался, ну ничего. Второй придет тоже. Куда он денется? Если здесь раздают. Да вон он уже, вон. Вон мордочка. Вот деревяшка стоит, и за ней мордочка. Оп, вот он прыгнул. Прыгнул. Да, этот масенький совсем. Детеныш. Но уже умеет грызть все, как полагается. Ну, вот так вот, чтобы воробьев тоже. Воробьев захватить. Немножко. Там я им миску поставил здесь. Вот блестит ее, плохо видно совсем. Солнце. Миска с водой. Они оттуда пьют, да. А как же? Вон какие щеки. Щеки, где щеки? Вот щеки. Хорошо, вот еще раз. Вот такой, да. Маленький уже. Удаленький. Так. Миша пришел, Миша. Большой Миша пришел. Лежит тоже где-то здесь. Я им пообещал погулять, но вот увидел двух сразу. Хвостатеньких. Решил поснимать. Ну вот воробей прискакал. Сейчас будет воду пить. Но вам совсем не видно, да? Мне-то видно. Ну вон он, воробей. А вот то, что сверкает, как солнышко, это миска с водой. Так, сейчас вот так. Так, может быть, получше будет. Господи. Я такие делаю акробатические движения, чтобы все это поснимать. Вон их сколько сидит. Воробьянинов. Вот так. Сейчас вот пьет. Воробьи, интересно, пьют два или три раза. Никогда меньше, никогда больше. Вы не знали, и я не знал. Так, и этот ускакал. Ну все, пожалуй, мы пошли с собаками гулять. Миша, Миш, ты гулять пойдешь? Миш, ну покажись, ты где есть? Миша! Вот он, Миша большой, сейчас пойдет гулять. А где Рыжий? Должен быть где-то. Рыжий! Гришка! Господи, а он там был! Я им сказал, что пойдем гулять, а он уже тут куда, в коридорчик, там маленький коридорчик. Ну что, пойдешь, обезьян? Пойдет. Ну все, пока, ребята. Мы пошли гулять. Миша, Гриша.
Так, а что здесь у меня? Съемка идет? Идет. Вот как они сегодня легли. Сегодня желтенькие. Красиво. Красиво лежим, да. Так. А то Мишкина попа не помещалась. Господи, Господи, а куда он ушел? Ну вот и все. Остался один. Гриш, ты куда ушел-то? Грыженьки? Миш, куда он ушел? Не знаю. Схватился, побежал. Грызи, грызи, маленький. Маленький медведь. Грыжуля, иди сюда. Ушел, надо же. Вот такие собаки. Вот такой характер. Вы спрашивали, чему он не снимался тут несколько дней. Да ну не хотел. Простой ответ. А сегодня снимался. С утра, я имею в виду, в кадре. На кроватке. Миш, ну что ты, загрыз, что ли? Загрыз. Ну ладно. А где там? Где там второй-то? Пойдем, Миш. Пойдем в комнату. А где рыжий? Мне просто интересно. А рыжий под кроватью. Под кроватью рыжий. Ну вот так. Гришуль, а Гришуль, ты что там залез? Лапу выставил. Ну ладно, все. Хватит. Пока. Мишка уже здесь, да, Мишуль? Да, вот он, Миша, серьезный мальчик. Эй, куда пошел серьезный? Серьезный пошел. Теперь сюда. Вот Миша, как лапу мы вылечили, сразу он стал ходить. Мы гуляем далеко, лапка не болит. Вот еще пошел. Ну, Миш, вот он. Не помещается. Во, морда широкая. Не помещается. Ну, что теперь встал? Ну ладно, все, ребята, пока.